Ульяновские энергетики группы «Т-плюс» подарили ульяновцам настоящий праздник с музыкой, аниматорами, ведущим и аквагримом. Подобные мероприятия компания проводит во всех регионах присутствия. Таким образом, мы рассказываем жителям о важности бережного отношения к природе и ее ресурсам. У нас в городе подобных мероприятий пройдет еще как минимум два. В следующем месяце и в декабре. Будут выбраны также торговые центры. Так юные жители города узнали, как совместными усилиями можно беречь природу и почему важно соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов. Сказочные герои Теплослав, Гигакалория и Капелька рассказали об энергокомпании, как рождаются электричество и тепло, и как грамотно с ними обращаться, а также почему необходимо сортировать мусор и сажать деревья. Детям такие уроки только в радость. В игре информация воспринимается легче и с удовольствием. Я узнал то, что Т-плюс практически в каждый дом Ульяновска поставляют энергию и тепло, чтобы нам было хорошо. Кстати, пока дети развлекались и получали полезную информацию, взрослым предлагалось внести свой вклад в сохранение легких планеты и подписаться на электронную квитанцию вместо бумажной. Мы предлагаем клиентам перейти на электронный сервис квитанцию, получать на электронную почту. Это очень быстро, удобно, надежно. Все клиенты смогут получить гораздо быстрее свой платежный документ свой и произвести оплату своевременно. Она никогда не потеряется, она будет всегда в доступе в любой точке мира. Ярким завершением праздника стала дискотека и вручение презентов от компании. Отметим, что такие мероприятия энергетики проводят на безвозмездной основе. Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.